Приветствую вас, друзья. Ну что, ролик, да, можно сказать, первый снимаю в этом году, но вы видите его уже, вы не первый по-любому. Так, давайте, снимаю так, что одну посылку, потому что хочу протестировать более длительное время, а ролик надо делать, поэтому сейчас это сниму, а потом уже вон ждут посылки на распаковку. Так, ребят, все-таки заказал, да, вторую бритву. Я писал в группе, что хочу попробовать. И вот получилось. Так что взял, да, это у нас Midge. Xiaomi. Как ее правильно назвать? Короче, какая была история, да? Я сначала ж, я принес, все, я пользуюсь, ребят. В принципе, все нравится. Ancient, да? Короче, я сразу увидел эту бритву Xiaomi-шку, да? Ну, как бы она дороже стоила. И я такой, блин, а буду ли я бриться? Поэтому тестово заказывал себе Ancient. Да, то есть она там 1000 с копейками. По-моему, даже в этом же магазине заказывал. Если что, ссылочки оставлю. Там уже в процессе ролика расскажу, что к чему. Ну, думаю, попробую. Никогда не пробовал типа такого роторного, да, или как оно называется, бритье. Всегда у меня были вот эти овальные. Ну, и что-то мне они не очень заходили. То есть и Браун была, машинка какая-то за 50-е. И потом что-то с Алиэкспресса тоже заказывал. В итоге думаю, блин, сейчас закажу себе за сколько, 2,5 рубля. И не буду просто пользоваться, поброюсь. А куда бы ушную продавать, как бы тоже смысла. Я не вижу такие вещи продавать. И поэтому решил попробовать. Ancient попробовал. Ну, блин, все, все, в принципе, нравится, все устраивает. Ребят, сколько время прошло с распаковки, я не знаю, там 3 месяца, 4. 4%. Броюсь раз через 4 дня. То есть я ее с распаковки еще ни разу не заряжал. Это огромный прям плюс. Я вот и хочу проверить, сколько будет вот это по времени служить и прочее, прочее. И сейчас тоже там есть свои недочеты немножко. По характеристикам здесь что есть у нас? 3,7, 3,8, зарядка 1 ампер. Ничего такого нету. Она также полностью влагозащищенная, как и эта. То есть ее можно спокойно мыть. Под душем, под напором воды, под горячей водой, влажную бритье делать. Что здесь в комплекте? Не могу понять, вот это вот коробка или что, или это заглушка. Скорее всего, это распределительная заглушка. Ребят, я чуть-чуть что-то как-то это. После Нового года вот это входить в систему тяжеловато, если еще не судите строго за вступление, дальше, думаю, будет лучше. Да, то есть у нас значки есть, указывают, что пожалуйста, под воду. Проблем нету, IPX7. Это все снимается. Есть еще более понавороченные, там сменные головки. По-моему, S500. Что-то там с приставками. То есть мы можем купить, а как это дело снимается? Просто, да? То есть тут щетка для лица и что-то еще такое-то. Там три насадки какие-то есть. Ой, слушайте, ну красиво, красиво. А вот это дело разбирается. То есть здесь чуть-чуть вот таким движением. Знаете, что интересно? Подождите, пока тестируем. Нет, ну тут по-любому не вставишь. Совсем разные эти. Тут у нас типа пятигранка, а здесь у нас чпунь-чпунь какие-то волнообразные. То есть кассеты незаменимы, но оно и понятно, да, из-за этого даже откидного штукция нельзя было бы пользоваться. Блин, ну вот эту, если честно, как я только не мыл, туда забивается. Кстати, здесь щеточка есть, какая-то не шла. Попробовать потом вычистить. Я уже тоже думал, если что это, хотя бы почистить нормально, купить новую, скажите мне, эту головку, да, бате подарить, как более-менее. Ну, продавать куда это смысл? Но опять же, если мне вот это еще понравится. Я надеюсь, что она будет стричь получше, хотя в этой, вот знаете, в чем прикол, оно вроде бы и неплохо, но вот всегда мне не хватает какой-то скорости, вот как будто вот охота быстрее, ну, скорее всего, может, этот той налево принцип всех брит, то есть слышим, да? Так, ну, во-первых, ладно, здесь уставший аккумулятор, здесь 98, заряжаю также до 100, раза 4-5 брою, смотрим, что как, я уже потом расскажу, что к чему, да. Опять же, есть более бюджетная версия, это S300, она без влагозащиты, как я понимаю, и без экрана, да. Ну, слушайте, ну тут классно. А вот здесь?
Здесь есть турборежим, да, здесь такого нема. Тут длительным нажатием только мы можем это. Выключим создание, блокировку поставить. Да. Также это снять. Ребят, по минусам, да, сразу скажу, пока еще здесь разговариваем. То есть, вот это вот просто бесполезная вещь. Я поначалу, да, в ролике там руку побрил, и один раз, когда брился, виски подровнял, но потом, ну это все, я маслаю. Ну, благо в комментариях, да, много кто мне, кстати, помог. Спасибо огромное по вопросам к этой бритве, да. То, что мне порадовало, что люди писали, что и год пользуется кассета, все отлично, проблем нету. Да и в целом проблем нету, то есть она... Как бы, можно сказать, такой неубиваемый вариант. Опять же, съемники 500 рублей. По бритью я сразу скажу, два раза я побрился только влажной, и потом мне это просто все... Я думаю, почему я, наверное, бритву такую захотел? Потому что вот это намыливать, напенивать лицо, распаривать... Нет, ну это время убивает. А так включил на сухую, жух-жух-жух. Четыре раза раздражение было по шее, именно по мягким местам. Потом все, кожа, видно, огрубела или привыкла. За милую душу, но опять же проблематично, скажите мне, брить вот эти вот, где подбородок, шея, вот эти вот места мягкие, все равно приходится вылозивать. Но опять же скажу, что скорости, но опять же, может она разряжается, ладно, это все проверим, но... То есть здесь старт получается с того режима, как мы, оно, если мы выключили на слабом, по идее она запустится со слабого, да. Блин. Кстати, ну сейчас я чуть-чуть под зарос, пойду попробую, да. Здесь у нас зарядка, кстати, Type-C тоже, как и на той, и она спрятанная. Здесь же у нас не спрятана. Не знаю, ну я с ней в ванну не погружался, но под струей горячей воды с крана и в тазике просто вот так полоскал вовсю. Но опять же, оно забивается, и как это... Кстати, а вот здесь некуда будет забиться, по крайней мере, как... То есть, видите, да? То есть она вот за эти штуки туда западает, волоски засыпаются, и их оттуда толком фиг уберешь нормально. Здесь все закрыто в этом плане. Слушайте, ну, симпатичная. Да, это сразу видно такой какой-то глянец чуть-чуть. Как-то все это блестящее, дешевизна. Здесь же матовое покрытие, но только оно скользковато, не знаю, как влажно на руке будет. Ладно, ребят, все, давайте, тестирую несколько заходов, приемов и уже делаем вердикт, что к чему, да и как. Так, ну что, друзья, в принципе, это максимально, что я могу поставить камеру, не знаю, как там будет все видно. Давайте сразу с двух рук, потом уже эффект я на столе расскажу, свое мнение выскажешь. Ну, сейчас поехали. Ну, по сути, видно, да, оно одинаково, по сути, убирает, да. Но остальное давайте я уже расскажу, что да как на столе, что думаю. Выскажу, можно так сказать, свое мнение. Ну что, друзья, прошло две недельки, да, попользовался этой бритвой. Итог какой? Броют они одинаково, да, что это в турборежиме, что это в обычном режиме. Здесь единственное только придраться, что по дизайну и по материалам вот это, ну согласитесь, красивее выглядит, не знаю. Приятнее, как на подарок такую. Так, звук зарядил до 100. Вот не хватает в ней. Здесь же приятнее такой благородный звук. Здесь она вот как будто стопорится, а еще нагрузку если даешь... Как поджевывают. Ну, броет, вот тут реально. Вот, я показал, да, вот в ролике, это вчера буквально. Ну, я разницы вообще не почувствовал. Может быть, оно где-то какой-то там процент. По расходу батареи, ребят, побрился я ей 5 раз. Да, и было 98. Я забыл зарядить до 100. Короче, 98, сейчас 76 показывают. Также приблизительно за один прием 4% жирает. То есть написано 60 минут, она работает непрерывно. В среднем где-то, ну, смотря кто как броется, мне это хватает где-то на 2,5-3 месяца, наверное. Даже, наверное, подожди. 4% это у нас 20. Да, прилично хватает, короче.
Так, по-другому, что я хотел сказать, да? Ребят, кассеты. То есть здесь расходники подешевле, чем сюда, да? То есть здесь у нас в среднем где-то 400-500 рублей будет стоить, здесь 700-800. То есть уже есть разница, да? Но здесь есть приколюха, как... То есть подороже комплект идет, триммер в комплекте, да, я уже говорил, ну, вот картинка вот такая вот, щеточка, чехол. Но там уже переплачиваешь где-то 1000-1500. Я вот пытался найти на Алиэкспрессе чисто триммер сюда заказать, то есть снял голову, одел триммер, виски подровнял. Пока не нашел, хочу, наверное, где брал, напишу продавцу, может, что подскажет, может, поможет. Возможно, есть в розницу продают. Вообще было прекрасно сюда купить. Потому что, ну, вот это вот просто фигня, которую я, знаете, когда бывает, брось, что-то там в руках, раз, это открылось, блин, теряется. Кнопка, конечно, вроде бы сделана, да, такая. Ну, я к ней все привыкнуть не могу. Здесь уже нажал, выключил. Кстати, экран это на камеру так моргает вживую. Нормально светится, все красиво показывает. Я уже потом посмотрел. Что еще можно здесь сказать? Да, ребят, по аккумулятору и по зарядке здесь уже я полностью с нуля зарядил, то есть разрядил ее в хлам. Вот здесь давайте скриншот. Это там, по-моему, 2 часа и 1500. Ну, там увидите, кто понимает, что к чему. Что еще тут можно сказать? Ну, в принципе, да, если вам не принципиально, как выглядит, блин, купите вот Action, да. Там даже, по-моему, в магазине, если поискать, там предложение есть 1800 или 1500, дополнительная кассета будет. Но опять же, здесь еще плюс она, а может стоять у вас на полочке где-то красиво, в ванной или что. Это уже никак не поставишь, только плашмя где-то в косметичке валяется. Лично у меня так. Крышка, кстати, блин, что на этой, что на той, слабовато. Хотелось бы, как бы, чтобы сидела сильнее. Ну, при транспортировке просто она где-то что-то зацепилась, она слетает. Да, так оно не отлетает. Я что тут трясил, что эту, да. Ну, опять же, здесь еще, может, продумано то, что влага выходит. Ну и, да, вот здесь удобно, раз она нажала кнопочку, откинулась. Здесь нам приходится, конечно, это дело цеплять. Но опять же, повторюсь уже, как вначале, наверное, говорил, да, здесь почистить проблем не составит. По сравнению вот с этим вот. Вот там, не знаю, будет в камеру. Да, темно. Там просто шквал волос забитых. Я вот ничего не могу с ними сделать. Попробую, конечно, потом щеткой. Я уже кинулся в корзину кассету за 400 с чем-то, по-моему. Но опять же, да, я еще говорил, есть приставка, да, вот C, приставка S500C, там уже идут вот эти дополнительные комплектующие. Ребят, ну, что могу сказать? Да, я буду пользоваться Xiaomi-шкой. Все понравилось, все отлично. Опять же, кто не пробовал, не переживайте. Пару раз раздражение, потом кожа грубеет, нормально все. По как комплектации показал. Не знаю, что тут еще дополнить. Уже смотрим по карману и по внешнему виду. Если устраивает Ancient, блин, берем, не паримся. Хочется что-то покрасивее, посолидней. Можно Xiaomi-шку взять. Но там уже, как и можно, S700 взять, там и подставочка, и цена там 6 копейками. Все, ребят, на этом, наверное, все. Давайте, всем спасибо за просмотр. Там лайк, дизлайк, подписка, да, ну ты понял. Давайте, всем пока.